Это вполне себе детективная история. Началась еще год назад, когда смоляне работали на строительстве жилого дома в Москве. По неосторожности один из них упал с высоты и получил телесные повреждения. Тогда трое его друзей стали требовать с прораба, также смолянина, 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации. При этом не гнушаясь угроз и рукоприкладства. Страх за свою жизнь и здоровье заставил мужчину выплатить мучителям 300 тысяч. Кроме этого, в счет долга вымогатели забрали имущество потерпевшего еще на 800 тысяч рублей. Но преступники на этом не собирались останавливаться. В попытке умерить аппетиты банды мужчина обратился в полицию. Потерпевший передал двоим подозреваемым заранее помеченные 50 тысяч. Вот тут-то в дело и вступили оперативники. Смотри, голову не ворочай. Низу. Задержанными оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за совершение тяжких преступлений, жители Смоленской области 1973, 1985 и 1991 годов рождения. У них изъяты помеченные купюры, мобильные телефоны, газовый пистолет. В настоящее время все трое задержанных находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по статье вымогательства. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится проверка их причастности к другим подобным преступлениям. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ.